Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная «Самара» начинает поход за медалями чемпионата страны в Суперлиге. Вратарь ЦСКА ВВС – лучший в высшей хоккейной лиге. Тольяттинская теннисистка выбыла из борьбы чемпионата Китая. Дарья Касаткина в трех сетах уступила чешке Каролине Плишковой во втором круге пекинского теннисного турнира со счетом 6-3, 5-7, 6-7. А накануне 19-летняя спортсменка легко расправилась с американкой Луизой Чирико 6-2, 6-1. Лучшим голкипером сентября в высшей хоккейной лиге стал вратарь ЦСКА ВВС Егор Оселедец. Он провел за свою команду 5 матчей, одержал 4 победы, в том числе однажды ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропуская в среднем 1,5 шайбы за матч. Звание лучшего голкипера ему присудила спецкомиссия ВХЛ на основании статистики и экспертных оценок. Баскетболисты «Самары» в четверг, 6 октября, стартуют в Суперлиге. Первую игру чемпионата страны волжане проведут в Москве с «Химками». В личных встречах пока ведет «Самара» со счетом 4-0. Следующий матч пройдет в Ереване в воскресенье 9 октября. Соперник – дебютант турнира «Клуб Урарту». Перед своими болельщиками «Самара» сыграет 18 и 21 октября, вторник и пятница соответственно. Матчи пройдут с «Иркутом» и «Новосибирском». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.